Более 20 раз за последнюю неделю саровские пожарные выезжали тушить огонь в подъездах. Под лестницами горожане оставляют свои вещи – санки, коляски, ватрушки. Как правило, горят именно они. И чаще всего причиной возгорания становятся поджоги или неосторожность при курении. Должно быть, это все у нас в первую очередь участилось в связи с тем, что зимний период времени все оставляют санки. Санки, как правило, у нас некоторые с утеплителем. То, что это все синтетика, все это очень легко воспламеняется и приводит к такому задымлению. Огнеборцы напоминают, подъезды – не место для складирования личных вещей. Хранить что бы то ни было под лестницами запрещено требованиями пожарной безопасности. Даже если вам кажется, что ваши вещи никому не мешают, они могут стать причиной пожара и привести к трагедии. Кстати, курение в подъезде тоже вне закона. Предотвратить несчастные случаи просто – не нарушать правила. А при малейшем запахе гари звонить в пожарную службу. Если вы обнаружили, скажем так, на начальном этапе возникновения горения, то примите меры по самостоятельной ликвидации этого горения, там, допустим, если это возможно, залить там ведром воды, либо еще что-то, но при этом все равно требуется обратиться к сотруднику пожарной охраны. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении – снизу вверх. До приезда пожарных оповестите о случившемся жильцов дома и, не создавая паники, выйдите наружу. Если вам необходимо пройти через задымленные участки, то постарайтесь задержать дыхание или закрыть рот и нос влажным платком. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.